Представляете себе, какое количество людей разошлось, вот просто прочитав телефоны друг друга? Я чист. Ты да. Ева, я тебя умоляю. Мы столько лет друг друга знаем. Какие секреты? Тогда давайте сыграем в одну игру. Мы все кладем мобильные телефоны на стол, все звонки на громкую связь, смс-ки зачитываем вслух. Да, и мне кажется, стоит попробовать. Пожалуйста. А чего? Это как верю-не верю. Помните, мы все вместе в детстве играли? Мы все вместе в детстве дрочили, и что? Ватик. Что? Давай, Вать, клади телефон. Или у тебя секретики? Какие проблемы? Это наши. Ты что, серьезно, что ли? Играем. У Димы, между прочим, сообщение. Ира, Питер. Ничего себе. Ира, Питер, это разве Оля? Нет. Молодец. Хочу увеличить грудь. Сиськи хочу сделать, что? Сиськи? Что ты мне не рассказывал? Ты бы за компанию пошла? У нас как раз сейчас акция 4 сиськи по цене 3. Малыш, я так хочу тебя. Первый раз вижу номер. Да, я слушаю вас. Кто-то дышит. Ну что дышит? Ты мне обратно туда дышать. Кто это? Кто-кто? Агния Барто. Ничего, я пошутил. Катюш, дай. Дай мне телефон. Ты сейчас перегибаешь. Я перегибаю. Чего охренела? Мужчина не с Марса. Чё ты несёшь? Пошла в секс-шоп, чтобы купить себе вибратор. И что? Пришла, там их миллион, понимаешь? Взяла бы домой, а там как-то разобралась. Не знаю, методом тыка.